друзья, меня зовут Рэй, и вы попали на мой музыкальный блог. 13-й урок у нас сегодня, и мы разбираем очередную песню из видео 25 песен за 8 минут. И сегодня-таки разбору подлежит песне группы «Эпидемия» «Романс о слезе». Песня довольно-таки сложная, в интернете я не нашел никаких толковых разборов, поэтому нам придется постараться, чтобы это видео стало толковой обучалкой. Долго не будем затягивать со вступлением. Я сейчас сыграю вам эту песню, а вы внимательно смотрите за порядком аккордов и как я ее исполняю. Поехали! Я видел сон, он был реален. Услышал птицы крик, он душу рвал. Твой облик ясен, но печаль. Слеза. Возможно, ты уже забыла. Мой голос, цвет моих печальных глаз. Любовь в себе похоронила. А может, не была ее. Слеза твоя за то,
тот, что пролилась слеза. Звезды рисуют ночи, имя твое сердце быстрее стучит, миг настает, да, мне не жить, если ответ будет нет, только скажи, что не забудешь тех лет. Развеет мрак, разрушит тьмы узор. Я спрятал душу от любви, но как смогу остановить себя? Я брошу вызов небесам за то, что пролилась слеза твоя. За то, что пролилась слеза. Ну так, дорогие друзья, у нас звучит песня. Как видите, она очень такая объемная, длинная и сложная одновременно. Но мы с вами попытаемся его разобрать. И да, я собираюсь показывать вам разбор, основанный на тех аккордах, которые я использовал в видео 25 песен до 8 минут. Потому что на самом деле это самая удобная версия. Потому что здесь у нас аккорды АМ, Д, Е, ну то есть самые простые аккорды. А если бы вы решили сыграть как в оригинале, то вам нужно было бы перестроить гитару каким-то образом, каким я еще не знаю, или сыграть при помощи аккордов барре, потому что, как мне кажется, там используются диезные аккорды, то есть тональность какая-то диезная. И если бы вы не перестроили гитару, вам бы пришлось играть всю песню при помощи барре. А это довольно-таки неудобно, поэтому я транспонировал песню до простых аккордов, которые новичку не будет сложно сыграть. Итак, у нас начинается куплет, и куплет он играется перебором, вот таким. И на протяжении первого куплета и второго, а также в конце у нас еще есть вставка, там тоже у нас везде идет перебор. Ну, то есть, я вам еще скажу его. Итак, давайте разберем перебор нашей песни. Звучит он так. Итак, берем аккорд АМ. Покажу вам перебор на простых аккордах, хотя более продвинутые гитаристы могут играть перебором на аккордах барре. Ну, сами, наверное, разберутся, какие там струны нужно дергать. Итак, берем аккорд АМ, дергаем пятую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью. Далее идет аккорд Г, и из всех зажатых струн нам нужно будет оставить только шестую струну, зажатой на третьем ладу. Остальные будут свободными. И дергаем так. Шестую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью. То есть как на аккорде АМ. Просто бас поменялся. Еще раз. Второй, третий, четвертый, третий, шестой, четвертый, третий. Четвертый, второй, третий, четвертый, третий. Далее аккорд ДМ. ДМ. Тут дергаем уже четвертую, третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую. Далее аккорд у нас Е. Тут дергаем шестую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью.
быстренько соединяем эти аккорды. Пятая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья, шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья, вторая, третья, первая, вторая, третья, вторая, шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Этот самый круг из четырех аккордов мы повторяем 4 раза, то есть на 4 строчки песни у нас это все уходит. И далее у нас идет такая вставка, где голос отсутствует. Берем аккорд ДМ, желательно, конечно, баррэ, чтобы вот так идти в спуск аккордами сверху вниз. Звучит лучше. Итак, берем аккорд ДМ, можете здесь взять. Но я покажу при помощи баррэ. Берем аккорд ДМ, дергаем пятую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью. Далее аккорд Г. Тоже можете взять так. Тут у нас шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая. Дальше идет аккорд АМ. Пятая, четвертая, третья, четвертая. Дальше Г. Шестая, четвертая, третья, четвертая. То есть вот так будет. И аккорд F. Шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Итак, давайте повторим вставку еще раз. Дергаем пятую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью, шестую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью, пятую, четвертую, третью, четвертую, шестую, четвертую, третью, четвертую, шестую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую. Третью. Снова даем пятую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью. И делаем 5 ударов на аккорде Г вниз. Раз, два, три, четыре, пять. То есть вот так будет. Далее снова продолжается вторая часть у нас первого куплета. То есть снова. Я понимал, что недостоин, когда связала наши души нить. Я не герой, не славный воин, но что мне может запретить любить. Докончили перебор, и сразу же от удара на аккорде F у нас начинается предпрепевная часть. Полечу я словно птица. Надеюсь, все было понятно, перебор тоже понятен. И скажу сразу, этот перебор у нас идет также во втором куплете. Только когда вы будете заканчивать второй куплет, вам для разнообразия можно вместо в конце вот этого перебора сделать тоже 5 ударов. И начать. Полечу я словно. Ну, для разнообразия. Чтобы не просто заканчивать перебором. Это в первом куплете можно перебором закончить. А во втором ударами вниз, чтобы такую экспрессию добавить. Итак, ребята, мы дошли до боя. Бой у нас, конечно же, начинается после куплета, когда мы произносим слова «Полечу я словно». Назовем эту часть предпрепевной частью, хотя она очень смахивает на припев, и поэтому целесообразно было бы назвать ее припевом первым припевом.
Ну ладно, называем ее как предприпевная часть. Для того, чтобы сыграть предприпевную часть, нам нужно знать, как берутся те аккорды, которые звучат в этой части. У нас тут такие аккорды: F, G, AM, DM. Также есть аккорд D и аккорд E. Эти аккорды нам нужны, чтобы сыграть предприпевную часть. Итак, играем сам бой. Итак, берем аккорд F, делаем удар вниз, 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 вверх. Г. Вниз, 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 вверх. Аккорд АМ. Вниз, 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 вверх. ДМ. Вниз, 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 вверх. То есть тут у нас начало этой части играется 4 раза тем же боем. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх. Кстати, скорее всего, вы будете стараться вот этот бой вниз, вниз, вверх, вниз на каждом аккорде четко играть вот эти все удары. А на самом деле, последний вниз, вверх можно даже во время перехода на следующий аккорд сыграть. То есть как бы немного приглушенными струнами я играю вниз, вверх. Вот. То есть не обязательно целиком аккорд держать и проигрывать весь бой. Поэтому лучше последний вниз-вверх удар нужно во время скольжения делать. Вниз, 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 вверх. Вниз, 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 вверх. Вниз, 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 вверх. Вниз, 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 вверх. Дальше у нас... Так, вторая строчка повторяется таким же боем. Вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх. И еще раз АМ. Вниз, 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 вверх, вниз. И Г аккорд. Вниз. То есть на предпоследнем аккорде АМ мы делаем один удар, и на Г тоже один удар, чтобы перейти снова на F. Еще раз... Целиком проиграем сначала предприпевную часть. Кстати, если вы опытный гитарист, вы можете играть аккорды при помощи баре, потому что они звучат сочнее. А если вы не так хорошо зажимаете аккорды, вам нужно брать простые аккорды. Но все-таки вам все равно не обойтись без баре, потому что в песне они присутствуют. Итак, поехали. Вниз, вниз. Дальше опять F. Вниз, 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 вверх, вниз. Как первый проход сделали. И опять F. И аккорд D берем. И начинается припев. То есть, как вы заметили, на аккорде D у нас меняется... бой. Тут он звучит немного в измененном виде. Итак, делаем такие удары. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. То есть... И перед переходом на припев мы делаем один удар на аккорде Е. Еще раз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Начинается. Итак, быстренько проигрываем предприпевную часть. Поехали.
все, наверное, понятно. В конце не забудьте, бой меняется. Все несложно, тут делаем вниз, вверх-вниз, 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 вниз на аккорде Е. И начинается... Начинается припев. Тут у нас аккорды, конечно же, меняются, потому что вроде идет сдвиг на другую тональность, но не будем сейчас об этом говорить, и посмотрим, какие у нас тут аккорды. Аккорд А, аккорд Е, аккорд F диез минор, F диез М, на втором ладу зажимается, потом идет аккорд C диез М, оно уже на четвертом ладу зажимается, нижняя посадка. Да, также у нас тут... Итак, берем аккорд А и делаем те же удары, которые делали в предприпевной части. Поехали. Вниз, 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 вверх, вниз, 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 вверх. Еще один раз такой же групп. F, D, S, M. Тут уже дальше меняется аккорд на D. F, D, S, M. S, D, S, M. И на аккорде D у нас опять тот же бой. Вот этот. И он играется так. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх. И аккорд E дальше. То есть у нас все остальные аккорды играются боем. Обычным боем, который я показывал. И именно на аккорде D у нас придется два раза сделать остановку, играя другой бой. Итак, еще раз сначала припев играем. После первой остановки на аккорде D мы начинаем уже с других аккордов. E, D, A, снова E и опять остановка на D. Опять E, только мы делаем один удар и потом один удар на F, D, S, M делаем целиком. Как это звучит со словами? В безлунную глухую ночь мой взор развеет мрак, разрушит тьмы узор. Я спрятал душу от любви, но как смогу остановить себя? Пролилась слеза твоя.
слеза. Далее мы знаем, что после того, как мы спели первый куплет, второй куплет, предпрепевную часть, припевную часть, у нас идет после соло такая вставочка, где поет девушка. И вот ее я вам сейчас покажу. Сразу говорю, что на аккордах А нам нужно будет делать вот такой перебор. Пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. То есть туда-сюда, вниз, вверх. А на других аккордах я вам сейчас покажу, какой перебор. Так, первый аккорд А, поэтому делаем такой перебор. Дальше аккорд С ДСМ на четвертом ладу, нижняя посадка. Тут дергаем пятую, четвертую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую, третью. То есть как в куплетах. Соединим А. Раз. Далее аккорд у нас Д. Тут тоже дергаем четвертую, третью, вторую, третью, первую, вторую, третью, вторую. Соединяем все три аккорда. Дальше снова аккорд А. Тут мы знаем, что нам нужно туда-сюда съездить вверх-вниз. Вниз-вверх. И далее аккорд Е. Тут у нас шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Еще раз повторим вот этот круг. Далее у нас идет опять тот же самый круг, то есть вот этот круг повторяется два раза всего песни. Давайте еще раз сыграем. Как бы за вторым разом уже. Далее аккорд Д. Четвертая, третья, вторая, третья, первая, вторая, третья, вторая. Аккорд Е снова, шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Аккорд снова Д, четвертая, третья, вторая, третья, первая, вторая, третья, вторая. Аккорд А, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая. И аккорд Е, шестая, четвертая, третья, четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Давайте повторим вторую часть этой вставки. Она начинается от аккорда D. Тут как раз такой случай, где нужно сделать вместо этого перебора, я вам случайно его показал, 5 ударов вниз. Ну как бы... И начать припев. Безлунную глухую ночь. Ну ладно, это понятно. Еще раз повторим ставку. Звезды рисуют ночи. Имя твое сердце быстрее стучит. Миг настает. Дальше ария. Парни, начинается у нас. Да, мне не жить, если ответ будет нет. Только скажи, что не забудешь тех лет. Ну, надеюсь, вам все понятно. Тут у нас как бы... Две строчки арии девушки и две строчки арии парня. Да, ребят, на мой взгляд, этот разбор был самым сложным и длинным. Но, несмотря на это, мне кажется, мы справились с этой песней и разобрали ее как надо. На этом наш урок, дорогие друзья, подошел к концу.
Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые видео, разборы различных кавер-версий на другие песни. Не забывайте ставить лайк, если это видео было полезным. И, конечно же, оно вам понравилось. И до новых встреч!